Сегодня у нас очередной обзорчик токийской ручки. Тоже целенькая коробочка. Можно презентик кому-то, мини-подарок. Это у нас модель B207. Пакетик влагозащитный. Непосредственно сама ручка. У нас указана модель. Последняя буква обозначает цвет. Тут у нас имеется кончик такой, с другого металла, усиленный какой-то сплав. Ну, отличие от предыдущей, от B208, это у нас в колпачке. Там колпачок у нас просто снимался, и тут он на резьбе такой сделанный. То есть хорошо, она не выпадет, если мы ее подвесили, не отрывается, плотно держится. Ну, один из минусов, если мы колпачок сняли, то мы его уже одеть не можем, то есть он не держится. Ну, так в руке лежит удобнее, чем 0208. Нет, вот колпачка перетяга, но как бы тоже колпачок, чтобы не потерялся в этот момент, когда мы что-то пишем.